Рыбка, поставьте, пожалуйста. Давай я поставлю киллер старт твои. Ты все равно ближе стоишь. Спикай себе в хилалик. Третья пати стоите в кружочке, четвертая в крестике. А первая где? Остальные под боссом. А где крестик? Звезды. Мне вот справа. Ты в церковь ходил? На полу только хорошие, дайте. Смотрите, все милики, Зарак. Кто там, Гильдаль. Повороти, Свата. Все стоят в кружке вот в этом красном, который подбросим, когда вы его в цель возьмете. Что, мать, не фобия? Ну да, попробуем. Ты готов? Давайте, встаньте все под босса. Да ты не сорвешь, что за 4 ханта на рай? Он чисто магия это. Давай, грили, физ. Кастин, давайте сбивай. Зрак, хили его. Кружок побежал. О, прекрасно. Сделали ачивку. Дэм. Нет. Видите, пофиг. Можно хэмку теперь сделать. Конечно, можно. Опять кружок. Бегайте от Ломбруа, по-моему. Давай. Ага. Она проходная. Да, ничего страшного. Это он, смотри, уже один затупил, чё я буду. Сейчас прожмись, ДК, будет мощно бить. Давайте, крестик побежал. Крестик. Отойдите от ханта, киллер стар. А ты выбегай из рейда. Походу я знаю, кому минус сегодня поставит заметку. Убегаем, крестик. Ну, киллер стар, ладно, мне сказали просто про дебафы, он тут первый раз. А вот артвейт, не знаю, что он, блядь, три раза забегает в эту лужу с пиццом, что ли. Осколок. Ооо, ничего себе, вот это счастье. Релиш плюс 0, Олег. Я думал, я не смогу. Ой, знай на ром. Не,
Не, мне лень сейчас релить, желания особо нет. Давай я просто запускаю всех хранителей, убиваем так. Можно бессмертие сделать. Бессмертие можно. Если 10 человек найдется в комнату, то можно прислать легко. Давай посмотрим, сколько людей есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, наверное, свата, девять, поклонские, десять, войт. Ну да, десять есть. Давай попробуем. Можно будет афишировать, пожалуйста, взгляд, у меня что-то ДБМ, короче, тупит, вообще завис. Вот так и сделай релок. Так у меня, видишь, почему-то он все грузит. Последний раз мы были, когда в Ульде, он не показывал взгляд. А до этого старый ДБМ, он на резку не показывал, но показывал взгляд. Релогнись. Там не все галочки стоят в этом ДБМ. Давай попробуем. Я уже проверялся. Олег, раскинь пати третью и четвертую комнаты. А дальше я там поговорю. Может, в прошлый раз у меня затупило, не загрузило этот полностью ульдуар. Сейчас посмотрю. Пробуй новый, заново скачать клиент и на чистом клиенте поставить ДБМ. Да я, блин, уже и клиент качал, и поставил ДБМ, скачиваю каждый раз. Что попало, показываю. А у тебя кто чисто тупит? Только ДБМ показывает, стоит из задонов. Ну, у меня ДБМ, Xperl и всякая такая шляпа. Ну, попробуй Антона отключить. И включи только ДБМ и посмотри, как он будет работать. Ну, до этого был ДБМ, который без резки, но Ульдуар вообще идеально показывал. Смотри, я раскинул. Пела я ДД. Ну, окей. Меня знают. Давайте я так. Делать, только нет ШП у нас. Захил плохой будет. Танка прибавить надо. Ну, я постараюсь сейвить рейд. Что ты говоришь про танка? Ну, танка добавить надо, сейчас только два. Либо айсфриз, либо айсфриз, и рот трамбергер. Ну, три танка. Айсфриз, рот трамблеркс, пилин, танки. Давай спекайся, Суслятинка. Смотрите, третья пати слева. Первый портал Баш, второй Джериан, третий Аркона, четвертый Стил, пятый Джаспанк. Справа четвертая группа. Первый я, второй Войд, третий Англиф, четвертый Хризифилекс, пятый Азиан. Что еще? Диспелите, как только видно будет. На ком-то висит там проклятие, вся фигня. Те, кто могут. Мелики просто щупальца не бьет, когда фаза выхода. Оно бьет мели. Повороте поклонский. Первый раз хотя бы скажите взгляд, если он у меня не покажет, я по КД буду хотя бы понимать. Да, ты не идешь в порт. Ну ты получаешь урон, получаешь стаки, знаешь, отворачиваешься. Просто. Еще четвертая пати идет справа. Заходит в портал справа, идет по правой стороне и выходит в правый портал. Ну те, кто идут в порталы, они это знают. Здесь смотри, кто идет. В повороте. Тут. Плюс они что-нибудь. Не писал там что-нибудь? Он тут. Пойдем. Слева оббегайте.
Видите, лужа зеленая. Слева ее берете. Против его прислужников. Все встаньте в черепок. Короче, жопа. Да. Активировали, лучше пока бежали, теперь будут покрепче активировать. Так, там же метки надо ставить, я забыл. Вот, умирающий чувак. Ну, падаем. Да, это вайп, нельзя, когда мы запускаем босса, активировать лужу. Не надо никакие диваны. Какое бессилие! Вот тупица! Нельзя активировать лужи, то есть нельзя их касаться вообще. Эти облачка, которые летают, они должны активироваться сами, они активируются по одному, с определенным таймером. Если вы будете активировать, когда танки идут в центр лужи, то есть хоть танк активирует, хоть кто, то начнется такая фигня, что будут активироваться по 2-3 лужи сразу. Хочет там в арках кто-то на плюсной пойти? Это отойти срочно. Не, ну что нормально есть. Там этот Альфари. Альфари, хочешь пойти? Спрашивает, кем, Вань? Да кто надо, не знаю. Берите его там кем-то, мне там и прикиньте. Или повороте демона. Вроде повороте демона. Повороте? Давай. Блин, он... Вань, портанись. Слишком далеко. Лучше Лему. Шкаф поворотит. Сейчас минуту. Так Ваня в Долара не был. А сколько тут хилов входит обычно? В 3? Да. Ты в хиляре? В ретрике. Давай хила. Я, Хазарак, и ты будем хилить. Так... Тут ДЦ в идеале. Минус один в комнате будет. Лучше фибрилляцию спекнуть у Растаршимана. А, блин, да. Давай фибрилляция. Хорошо. Да, смотри, Альфари, у тебя второй портал справа. Дух хватает, если никто не умирает. Двух комнат? Я пробовал вообще про рейд на плюс ноль. Фибрилляция хили, сейчас посмотрю. Дайте ему номер.
FPS пошел, да. Один друид тут, понятно. И клонский. Ну, все готовы? Пойдем. Сейчас давайте вот эта лужа пройдет. Справа, которая. Сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его лужников. Да, да, не щадите их. Бейте без промаха. Буду ставить крестик. Сейчас камбиком мощный захил сразу. Великим, если на вас кидается, там метка такая темная. Вот метка. Выбегайте, только не в лужу. Выбегайте из мелизоны, только не в лужу. Поставил метку. Играйте по метке. Дымай меня руку. Подожди, сейчас переведем. По здоровью не будет, все равно не пахнет никто. Ты же пойдешь. Двух тебя одновременно добили. Сейчас Арконы поднимаю Олега. Попробуй поднять Джерриана сразу. Великий по маленьким, РДД по большому. Вон у нас сзади слева. Поставил метку. Диспельте все. ШП, палы. Вместо Джерриана кто идет в портал? Кто знает, что там делать? Присоедините, кто знает из ДД, ханты. О, Поклонский, отлично. Поклонский, идешь в второй левый портал. Вместо Джерриана. Пройдите по большому и отбегите от черепа. Перемещайтесь к своим порталам. Вас уже скоро будут. Сильно не всекайте в комнате, там хилал на смерть. Я зашел. Сколько времени у нас? 20. Еще не бафнули так половину? Здесь. Выходим. Выходите. 5 секунд. От щупальца толстого отошли меня. Сразу убегите на свои места снова. Осторожно, зеленые лучи появились. Нет, походу нормально у меня заработал ДВМ. Давайте на свои места сейчас будут уже порталы. О, плохая комната. Аркона, похилься, похилься. А, нет. У нас нет контур. Ну, вот так пока. 30 секунд.
Да, есть. Мы успеем до конца, если останемся? Я думаю, успеем. Да. Да. Входим. Выходим. Сразу отворачивайтесь, потому что сейчас он будет. Смотришь, некуда вставать. Поворачивайтесь. Я. Отвернулись. Блин. Там маленькая, что ли, где-то не слитая? Да, не спорьте. Отвернулись. Заберите моба из мелизон. Танки тут бьет моб. Отвернитесь. Заберите еще моба. Отвернитесь. Забирайте и отводите их, потому что они кидают боссу бутылку. Добивайте. Мужика, где? Кто-то в контроль в последнюю секунду упал. Привет, Сколк. Законтролился. Берин законтролился, точно. А что-то Олег не говорит, что, чтобы ханты бегали постоянно, трэш трапами ловили. Не? Да-да-да, мне просто Пеппер сказал, все, что не такая надо, это трапами ловить, чтобы за танками они хотя бы замедление было какое-то такое. Короче, контроль полный. Я сейчас не реально. Нет, просто я до этого мы с тобой ходили. Вроде никогда такого не говорилось. Нет, ну просто хотя бы там было бы неплохо, конечно. Мне вот Пеппер сказал, хотя бы говорит, бегай, постоянно контроль. Вот я сейчас бегал, что-то лучше пытался ставить. Получше хоть получилось. Ну что, будем уголовно бить или нет? А что его там бить, блять, он зергается? Хоть, ну, если ты будешь ролить. Пойдем туда. В разрушенную галерею. Все-таки косарь и ПСВ. Суслясенко пишет, тут рейд бомжей, я уже протонулся. Засвет. Сейчас у меня. Бойся. Надо учиться, потому что потом пойдем сразу на ачиву, люди придут, ничего не зная, вообще тактики. Ладно, держи пока голову, отдашь ее сам на свое усмотрение.
А что вы там писали? Ну пусть ролит этот Хризифилокс. Кто там еще? Кто-то еще вы писали? Хризифилокс? Да, дайте ему Хризифилакс. Дайте Хризифилакс. Он так тогда выиграл. Анимула отдали. Вот Джаспанк, Белин, пускай рулит. Джаспанк, Белин и Хризифилокс ролите втроем голову. Я Джаспанк видел. А чё вы стали ворота открывать? У меня нет ключа здесь. Голова. Дайте решка. Смогу. Вроде тут. Ну тебе главное, чтобы ты уверен был в команде, которая будет подбивать головы. Получилось! Нам удалось опередить Алгалона. Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат анализа? А так как ты хил, это проблематично. Так как РДД вообще-то не одупляет. Это вообще проблема. Повороте не вижу. Где повороте? Да, я буду. Подожди. Здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Подбивать будут альфари. Фибрилляция, спекайся в голема. А, у нас ДЦ нет, блин. Фигово. Могу зайти на ДЦ. Да. Ну давай, давай заходи на ДЦ. Может убьем. Я Хазарак, тогда будем хилить и ты. Вроде два очка. Ага, все. Три хила здесь мало будет. Ну это нормально, мне кажется. Ну ладно, я предупреждал. Сколько танков надо? Два? Три. Два меняются на стаках, один сидит на созвездиях. Ну, по ДК будут тогда меняться, а Белин на созвездиях. ШП, у кого есть символ на точку? Зайду ШП, короче. Ну давай на ШП. Ну а хилов, если что, мало будет. Вы не отхилите. Я думаю, нормально. Ну смотри, цепухой надо будет захилить 25 человек. У тебя она по 6 целям. Танков по 4. Нужен холипал еще как минимум, еще эрдру как минимум. 5 хилов надо. Че за 6 целей у цепухи? Ну сколько она похилит? 5? 4 цели цепуха. Ну, ты не захилишь никак, танки упадут. У нас будет ДЦ и еще будет... Хазарак. Я думаю, будет нормально. Попробуем. Ну, я просто заранее говорю, я знаю, что вы упадете.
Если вы не будете хлопать две одновременно, будет нормально. Очередность. Вначале сбивают звезду, потом появляется кара, потом две звезды, тоже поочередно, потом опять кара, потом опять звезда. Итого четыре звезды вы разбиваете до сета удара. Там сразу появляются четыре звезды. Я просто... Надо их слить не одновременно с карой, и между карами надо слить две. Так смотри, нет, дело в том, что кара, она не бьет, если ты отойдешь за 10 метров, ну или 15, сколько, ну, вообще, и нет смысла сливать не с карой, потому что либо кара тебя ваншотнет, либо она тебе вообще урона не нанесет. Звезда наносит наполовину комнаты, чем дальше от нее стоишь, то же самое. Она там 2000 бьет. Ну сейчас увидишь. Про какую звезду? Которую Олег, ты зашел? Заходишь на креста? Она по всей комнате бьет. На вент спился. Олег, нам еще БГ регать, давай бегом. Спекай лучше сразу фибрилляцию, вдыхай тоже. В хила. Че? В хила фибрилляцию? У вас рейд готов уже? Что? Рейд готов уже? Ладно, хорошо, давай фибрилляцию еще в хила, да, и Олег, заходи. Один из вас тут на танках сидит. Альфари, сможешь поставить метки на ту звезду, которую бьешь? Давай я поставлю. О, вот, точно, отлично. Просто если я буду отвлекаться, я не буду успевать захилить. У нас 3 ерша, мы и ДЦ. Нормально. Белин, ты знаешь, как закрывается звезда? А есть люди, которые тут в первый раз? О, смотри, тут... будут красные метки появляться, я буду говорить. Называется кара. От них надо отбежать на 15 метров, они на земле под тобой появляются. И потом, когда будет суровый удар, надо будет забежать в черненькую такую дыру. Она будет на полу. Ты увидишь, будут разбивать звезды. И когда будет кастовать босс, как он называется, суровый удар, вот, тебе надо будет забежать в эту черненькую дыру. Прямо в самый центр. И потоптаться там, чтобы тебя засосало. Дай, пожалуйста, еще раз шкаф в руке. Смотри, вот поставил метку, там играете сразу все мощно по ней. Сбиваете и сразу начинаю в новую играть, чтобы было побольше этих самых дырок. В десятке, помнишь, мы делали так, что у нас на первом суровом было две дыры. Было бы неплохо, чтобы сейчас тоже было две, а не одна. А то там полурейда не зайдет. Альфари с тобой бьет. А, я фибрилляцию назначал. Давай Аркона побьет. Фибрилляцию в хиле сейчас. Там шпшки можете пальцы кинуть на звезду с меткой и дальше боссу бить. Джерриан, повороте, фибрилляция. Все готовы? Рассасывайтесь по всей комнате равномерно.
условия, чтобы вы зашли за этот круг. У нас там останется какая-то агрей. Агрей этот, Рот Тумблеркс. Ну, а кто там первый будет, не важно. Сама даешь звезды с пола, потом не даешь. В любом случае. Ну, постараюсь, по делу он знает. Взгляните на мир моими глазами. Зрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Первое будет кара. Ну, сначала звезды появятся, будет, потом будет кара. Звезды как появятся, сразу выбирай ближайшие, начинайте играть по ней. Вот появились звезды. Сейчас будет кара. Мелики там у вас, смотрите, осторожно. Вон кара появилась, свата, я вижу. Взрывается звезда, захиливаем. Далеко не отбежал. Захиливайте. В мелизоне, отведи, отведи, там сейчас взорвется кара. Отбеги, видишь, мелко стоит. Захиливаем, сейчас вторая взорвется. Отбежали кара. БДК засосало. Ловите, ловите. Засосало. Заводи созвездие, перемещайтесь в сторону кружочка. Кружочек поставил, вот сюда, вот здесь будем заходить. Забивайте крестик. Стоит крестик. Забивайте за хил. Суровый. Суровый, заходим в черную дырку. Кара. Созвездие, забирай билен с меня. А то они меня убьют сейчас. И заводи их в дырки. Вон дырка взрывается. Крестик на ней стоит. Билен. Кара. Убежали. Забирай созвездие с хилом. Захильте. Взрывается, осторожно. Пусть кара будет. Взрываете, захиливаем. Суровый, готовьтесь. Нет, сейчас еще кара будет. Вон кара. А у нас нету дырок, что ли? А, есть, есть. Но я не успею. Ну, видишь, надо... ВР тратить, что-то делать. ВР был уже на ДК. Забивайте. Там надо добивать босса. 20% фаза будет. Дал гейм. Танков, танков, танков держи. Шаманов поднимите. Так один хилит, шаманов поднимите, гимн на ХП гильда. Нету ВРов. У нас один друид в рейде. Вижу, поднимал танка. Убивайте босса. Кара. Видишь, отхил слабый. Ну тут не в отхиле проблема. Как раз в отхиле. В смысле, там умер БДК в начале. Из-за чего он умер? Он, по-моему, зашел. Он умер, он в портал зашел. Потом да, мне тоже показалось, что он в портал зашел. Да не заходил. А потом он был мертвый почему-то.
Пока он зашел в портал, там умерло два человека, кто там следующий по гробу. Виталий Кун умер в каре. Да, залагало мне что-то, блядь. Я видел миры, охваченные пламенем дворцов. Их жители гибли. Ну да, что поделать. Оставался холодным и безразличным. Я не чувствовал ничего. Бой висит. Ну, ханты могут залутать, притвориться мертвым только надо. Все они были подобны вам. Неужели все они так же любили жизнь? Похоже, ваша сила кроется именно в несовершенстве. Что там, сколько их? Дарованная вам свобода. 500. Ваня, не забудьте. Да, и Ваня надо еще. Родителями тогда, когда идеальные создания титанов оказываются без... Может, плюс 0 делать? А, 3 косаря. Я изменил код. Мы арбитраж делали. Ваша планета будет спасена. Давай 4.